Приветствую вас во второй части. Итак, в первой части мы связали переднюю часть жилеточки и приступаем к вязанию спинки. Исходя из вязания переда, на спинку мы будем набирать такое же количество петелек. 62 петли плюс 2 кромочные по краям по петельке и плюс петля симметрии. То есть на спиночку набираем, как и на перед, 65 петелек. И вяжем точно так же наши 10 рядов резиночки. 1 на 1. И я вам рекомендую начать вязание резиночки с кромочной петли, затем изнаночная и лицевая. Наперед мы вязали кромочную, лицевую, изнаночную, то здесь свяжите в зеркальном отображении. То есть смотрите, вот он наш первый ряд спинки, вяжем его в зеркальном отображении. Провязав 10 рядочков резиночки 1 на 1, переходим точно так же на ряд смещения. И в каждом лицевом ряду, если мы посмотрим вот так вот, у нас вот она лицевая косичка, точно так же мы вяжем ряд смещения, вот он у нас, и в каждом лицевом ряду будем делать смещение, не меняя количество петелек, а изнаночную сторону, как и на передней части, будем вязать по рисунку. То есть очень просто вяжем мы узорчиком, таким же, как и с передней стороны, до тех пор, пока нам не нужно будет закрыть 4 петли с каждой стороны на проймочку. То есть, как вы помните, у нас вместилось 9,5 рапортов узора в высоту двойной путанки. И в лицевом ряду закрываем 4 петли с одной стороны, довязываем до конца ряда по рисунку. И с изнаночной стороны в начале изнаночного ряда закрываем также 4 петли и вяжем до конца ряда по рисунку. То есть здесь остается абсолютно неизменным, поэтому можете смело включать первую часть, где мы вязали с вами переднюю часть жилетика, и вязать. Единственное, что я вам рекомендую, вязать в зеркальном отображении резинку. И исходя из этого, уже будет и рисуночек смещаться, благодаря тому, что мы будем вязать в зеркальном отображении резинку, у нас смещение пойдет ряд точно так же в зеркальном отображении. То есть, если вы посмотрите на переднюю часть, то у нас получается вязание начинается вот здесь вот после кромочной с изнаночной стороны. А здесь у нас на спиночке будет с лицевой стороны, затем изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. В общем, вяжем спинку до проймы точно так же, как и переднюю сторону, но желательно в зеркальном отображении. Если не понимаете что-то, то можете просто точно так же связать, как и перед, спинку до проймы, а затем, убавив на проймочке 8 петелек, продолжаем вязать оставшиеся петельки до тех пор, пока от начала вязания резиночки у нас не будет 28 сантиметров. У меня от закрытия изнаночной проймы я провязала до конца изнаночный ряд после закрытия с изнаночной стороны вот этой проймы. У меня вместилось, получается, 6,5 рапортов узора путанки. То есть 6 раз по 4 ряда и затем 2 ряда, то есть половинка рапорта. Итак, вяжем до 28 сантиметров в высоту и затем продолжим делать горловинку уже, вывязывать на спинке. То есть с задней стороны мы точно так же сделаем небольшую такую вот выемку для горловинки, для того, чтобы при обработке горловины у нас не сильно торчала обвязка. То есть будет красивый и аккуратный краешек вокруг шеи. Итак, я закончила вязать высоту нашей жилеточки до тех пор, пока у меня от проймы не стало 6,5 рапортов, то есть 28 от начала вязания резиночки вот здесь. И теперь смотрите, я остановилась, получается, в конце вязания изнаночного ряда и повернула на лицевой ряд. То есть я сейчас нахожусь, судя по косичке, в начале лицевого ряда. И, как вы помните, это ряд у нас со смещением. Главное не путаться, что в лицевом ряду мы снова будем делать смещение.
Теперь смотрите, как и при вязании переда нам нужно найти 29 петлю. С одной стороны она 29 и с другой стороны она точно так же 29 петля. Я снова ее отметила маркером. И теперь смотрите, нам нужно от этой петли отсчитать в одну сторону 12 петелек и во вторую сторону 12 петелек. То есть найдите среднее 25 петель и можете отметить их тоже маркерами, либо запомните, что если мы отсчитаем от начала 16 петель и от конца, это и есть среднее наше между этими 16 петельками первыми и вторыми 25 петель. Вот. И исходя из этого мы будем сейчас делать закрытие для горловинки на спинке. Итак, начинаем вязать. Первую петельку кромочную снимаем, не провязанной. Далее у нас идет изнаночная. Я вяжу ее лицевой, лицевую вяжу изнаночной. Это уже 3 петли. Далее 4 петли лицевой вяжу изнаночную. 5 петель. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Я провязала 16 петель со смещением первых. И теперь у меня начинаются 25 петель, которые мне нужно убавить. Я вяжу, смотрите, вот у нас лицевая и изнаночная. Я вяжу лицевую изнаночной, а изнаночную вяжу лицевой. Затем одеваю изнаночную на лицевую. Затем у нас идет снова лицевая, изнаночная. Я вяжу лицевую изнаночной и предыдущую одеваю на последующую петлю. Таким образом я закрыла 2 петли. Лицевую, изнаночную вяжу лицевой и предыдущую одеваю на эту лицевую. Так я закрыла третью петлю. Далее лицевую вяжу изнаночной и на нее одеваю предыдущую петлю. Я закрыла 4 петли. Далее вяжу лицевую 5 петель закрыла, вяжу изнаночную 6 петель закрыла, вяжу лицевую 7 петель, далее изнаночная 8 петель, лицевая 9 петель, изнаночная 10 петель, лицевая 11 петель, изнаночная 12 петель, лицевая 13, изнаночная 14, лицевая 15, изнаночная 16, лицевая 17, далее 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и лицевая 25. Теперь у нас до конца ряда должно остаться 15 петелек. Проверяем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. И 16 петля у нас, которой мы закрывали. Вот она у нас. Поэтому довязываем до конца ряда оставшиеся 15 петелек. Лицевая, изнаночная, над изнаночной лицевую, над лицевой изнаночную. То есть ряд со смещением, не забывайте. Довязали до конца, кромочная у нас, как всегда, идет изнаночная. И смотрите, что получилось. Я сейчас переодену вот эту, получается, правую сторону спинки на отдельную спицу. Я перешла на чулочные. Поэтому я ее сейчас переодену, чтобы она нам просто не мешала. Вот мы, получается, связали ряд. Теперь разворачиваем на изнаночную сторону. И как и в передней части, мы вязали отдельно левую сторону, отдельно правую. Точно так же и здесь мы сейчас свяжем. Смотрите, нам для плечевого скоса, как вы помните, по лицевой стороне, по передней стороне жилетика, должно остаться 14 петель. То есть, если мы возьмем переднюю часть, у нас осталось 14 петель и длинная ниточка для того, чтобы шить плечевой шовчик.
то сейчас мы, получается, закрыли средние 25 петелек, и у нас по краям осталось 16 петелек. То есть мы должны убавить еще 2 петли. Сейчас мы провяжем изнаночный ряд по рисунку. Кромочную снимаем, далее у нас изнаночная над изнаночной и лицевая над лицевой. То есть так же, как мы всегда вязали с вами изнаночную сторону жилетки. И теперь уже у нас получается вот эта 16 петля как бы идет как кромочная, поэтому мы ее, несмотря на то, что как ложится петелька, мы все равно ее вяжем изнаночной. Далее развернули на лицевой ряд и находим первая кромочная, далее у нас идет изнаночная. Мы лицевую, вот эту первую кромочную и изнаночную вяжем вместе лицевой. То есть убавляем одну из 16 петелек. Далее это у нас лицевой ряд, поэтому ряд со смещением. Над лицевыми вяжем изнаночные петли, над изнаночными вяжем лицевые петли, независимо от того, как ложатся убавления. Вот так вот довязываем до конца по рисунку со смещением, кромочная, изнаночная. И изнаночный ряд вяжем по рисунку лицевые над лицевыми, изнаночные петли над изнаночными. Кромочная первая снимается, последняя провязывается изнаночной. И у нас сейчас с изнаночной стороны, как вы видите, 15 петелек. Далее снова поворачиваем на лицевой вот этот ряд. И с лицевой стороны первая у нас вот она кромочная, вторая изнаночная. Мы их две вместе петли вяжем одной лицевой. То есть убавляем еще одну петельку. И до конца ряда вяжем петли со смещением над лицевыми петлями изнаночными. Над изнаночными петлями лицевыми вяжем. И кромочная точно так же изнаночная. Изнаночный ряд вяжем без изменения по рисунку, так как ложатся петли. И довязав изнаночный ряд, смотрим, что у нас получилось. У нас получилось 14 открытых петелек и немножечко убавлена вот эта сзади горловиночка, то есть шея. И теперь смотрите, от начала вязания, от начала резиночки до конца вот здесь вот вязания нашего последнего изнаночного ряда, у нас должно получиться точно такое же расстояние, как и на передней части. То есть можете вот так вот приложить переднюю нашу часть, вот она связанная наша, и вот так вот спица к спице. То есть у нас на обеих спицах открытые петельки, далее идет проймочка, и далее идет начало вязания резиночки. Вот так вот. Все совпало. У вас должно точно так же совпасть. Если хотите в идеале, можете посчитать количество рапортов, связанных на передней стороне от начала до конца вязания, и количество рапортов вязания в высоту на спинке. То есть это для идеального, досконального такого вот размера на передней и задней части. Хотите, можете просто сантиметром измерить, чтобы было максимально одинаковые, скажем, части, спинка и перед. И дальше, если у вас все совпало, все хорошо, можете отрезать ниточку вот эту, чтобы она вам уже не мешала. И продолжим вязать вот эту сторону. Ниточку отрезали и поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Как вы помните, у нас закончилось вязание здесь на изнаночной стороне. И значит, мы продолжаем вязание точно так же и с этой стороны, с изнаночной. И теперь смотрите, первая у нас идет кромочная, поэтому можем ее провязать изнаночной петлей. Немножечко потяните вот этот краешек ниточки, который вводите. Я его пока прятать не буду. Он у меня потом будет ввязываться. И далее у нас идет по рисунку лицевая петля. Так и вяжем ее лицевой. Далее изнаночную вяжем изнаночной. То есть вяжем изнаночный ряд так, как ложатся петельки. То есть как мы вяжем всегда нашу изнаночную сторону. Далее кромочная у нас изнаночная. И поворачиваем вязание на лицевую сторону. Лицевую сторону мы вяжем со смещением. Поэтому кромочную снимаем. Далее вяжем лицевую изнаночной, а изнаночную вяжем лицевой петлей. Вяжем вот таким вот образом до двух последних петелек.
То есть вяжем первые 12, даже 14 петелек. У нас сейчас 16. Вот вяжем первые 14 по рисунку со смещением. И у нас остается, смотрите, в конце ряда изнаночная и лицевая кромочная петелька. Мы заводим спицу точно так же, как и на передней части мы делали с вами. Заводим спицу за кромочную и вяжем вместе кромочную и изнаночную одной лицевой петлей. Можете подтянуть петельку, чтобы она вам не мешала, и разворачиваем на изнаночный ряд наше вязание. У нас осталось 15 петелек, поэтому кромочную снимаем и оставшиеся 14 петелек вяжем по рисунку над лицевыми петельками лицевые вяжем и над изнаночными петлями вяжем изнаночные. Кромочная у нас также изнаночная. И теперь снова разворачиваем на лицевой ряд, кромочную снимаем и ряд со смещением. Над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой изнаночную до двух последних петелек в конце этого ряда. Для того, чтобы убавить последнюю, 15-ю петлю лишнюю, мы провязываем за кромочную, вот так вот заводим петельку, спицу, и провяжем вместе кромочную и изнаночную петлю одной лицевой. Таким образом мы убавили уже вторую петлю. И у нас остается 14 петелек, которые мы в изнаночном ряду провяжем без изменения. Кромочную снимаем, далее над лицевыми вяжем лицевую петельку, над изнаночными вяжем изнаночную петельку до конца ряда. Все, мы провязали полностью нашу спиночку, сделали убавление 2 петелек, пересчитайте 24, 6, 8, 10, 12, 14. Все, у нас ряды должны совпасть. Смотрите, после закрытия петелек у нас провязан один раппорт с одной стороны, и после закрытия у нас провязан полный раппорт с другой стороны. Все, у нас получается закончено вязание спинки. Можете маркер вот этот снять, если он у вас был, либо чем вы отмечали. Теперь ниточку вот эту точно так же отрезаем, она нам больше не нужна. И все, сейчас мы приступаем к сборочке наших деталей переда и спинки. Берем перед и кладем наверх к себе лицевой стороной. Вот у нас с левой стороны ниточка. И две спицы с открытыми петельками. Кладем на нее теперь спинку. Спинку кладем вниз лицевой стороной. То есть вот так вот у нас наверх должна быть изнаночная сторона и ниточка с правой стороны. То есть вот так вот. Посмотрите. Внутренняя сторона у нас это лицевая и переда, и спинки. И теперь находим нашу оставленную ниточку, которую я вам говорила оставить 20 сантиметров. И вот они, соприкасаем две спицы на одном плече и соприкасаем две спицы на втором плече, при том, что тоже у нас вот она ниточка, оставленная для сшивания открытых вот этих петелек. У нас осталась еще пятая спица, вот она, и мы ей будем сшивать. В принципе, можно было бы шить бы каким-нибудь там трикотажным швом, красивенько. Но здесь рисуночек не совсем это позволяет. Поэтому я закрою петельки самым простым, самым обычным способом. Итак, мне удобно закрывать со второго плеча, а затем я закрою первый. И первое, и второе плечо мы будем закрывать абсолютно одинаково. Находим, смотрите, наши петельки, и как вы помните, и на одной, и на второй спице у нас по 14 петелек, то есть парное количество. Находим первую петельку на ближней спице к нам и первую петельку на дальней спице к нам. Вводим спицу в одну петлю на спице, а затем во вторую петлю на дальней спице, то есть на крайние петельки, и провязываем сквозь них одну лицевую. Как бы провязываем одновременно две петли лицевой одной и спускаем их со спиц. У нас на правой спице в руке одна петля. Повторяем.
с первой спицы захватываем крайнюю петлю и со второй спицы захватываем крайнюю петлю и сквозь две петли вяжем одну лицевую. На правой спице у нас уже две лицевые петли, и мы одеваем первую провязанную лицевую на вторую. Снова берем крайние две петли на первой спице и на второй и провязываем сквозь две петли одну лицевую, спускаем ее и затем с правой спицы первую лицевую одеваем на вторую. Повторяем. Две петли провязываем одной лицевой, с двух спиц снимаем петельку лицевую и предыдущую одеваем лицевую с правой спицы на провязанную только что. Снова сквозь две петли вяжем петлю лицевую и одеваем предыдущую на последующую. Одна общая лицевая и предыдущую одеваем на последующую. Снова лицевая, предыдущую на последующую. И вот так вот закрываем до тех пор, пока не останется лишь одна петля на правой спице. Мы закрыли все петельки, и у меня осталась на правой спице одна петля. Я беру крючок. Как вы видите, мне хватило ниточки очень-очень впритык. Осталось буквально небольшой кончик. И делаем 2 воздушные петли. Первая петля и вторая петля. Вторую петельку хорошо затягиваем к первой. Вот таким вот образом я закрепила ниточку. Она у меня уже никуда не денется. У меня лишь осталась та ниточка, которая была на второй стороне плеча. И у нас получился вот такой замечательный легкий рубчик, который совсем мягенький такой вот, он не мешает ничего. И с лицевой стороны, посмотрите, получилась вот такая замечательная полосочка сшивания плечевого скосика. Как по мне, это очень хороший такой вот интересный вид, поэтому я буду точно так же сшивать второе плечо. Я беру, присоединяю 2 спицы друг к дружке и постепенно провязывая по 2 петли попарно одной лицевой, я буду вот так вот точно закрывать, как и первый раз, первое плечо. Первую петлю я, пожалуй, сделаю крючком, мне так, думаю, будет удобнее. А затем одеваю эту петельку на спицу и попарно буду провязывать каждую из петелек. Итак, с первой спицы захватываю петлю и со второй. Провязываю 2 петли вместе одной лицевой и одеваю первую на вторую петлю. Снова 2 вместе одной лицевой, первую одеваю на вторую петлю. И точно так же, как и в первом случае, буду закрывать петельки на спицах в левой руке, пока они совсем не закончатся. И так как их парное количество, то, как вы видите, после первого плеча у нас не осталось совсем на них петелек, а осталась всего лишь одна петля на правой спице, которую мы закрепили 2 воздушными петельками. И все, она нам теперь вот так вот не мешает, и петельки закрыты, и плечевой шовчик у нас готов. Поэтому продолжаем закрывать и второе плечо точно так же. После того, как сшили плечевой шовчик, делаем снова 2 воздушные петли, закрепляем ниточку, и я решила, в общем, спрятать все кончики, которые у нас торчали и которые, в общем, были отрезаны. Вы их закрепляете и прячете. Я хотела их ввязать в обработку горловины и проймы, но, честно говоря, решила, что лучше будет сначала попрятать кончики, а затем уже продолжать обвязывание. Теперь смотрите, после того, как мы сшили плечевые скосы, вот так вот снова кладем на изнаночную сторону вязание наше и будем обрабатывать боковые швы. Боковые швы можно сделать, в принципе, многими способами. Можно, смотрите, можно с изнаночной стороны шить, захватывая вот эти вот кромочные петельки, и делать соединительные столбики. То есть за кромочные протягиваете ниточку и делаете соединительные столбики. Это первый способ. И второй способ. Можно вывернуть на лицевую сторону. Вот у нас с лицевой стороны полностью наше вязание. И перед и спинка. Вот он наш плечевой шовчик с лицевой стороны. И, как я вам уже говорила, оставалась ниточка
при наборе. Я ее не отрезала, я просто ее вдеваю в иголочку и буду сшивать за те же кромочные петельки. Благодаря тому, что у нас было вязание в зеркальном отображении, то у нас сейчас, как бы по идее, неразрывное вязание идет резиночки 1 на 1. То есть смотрите, здесь у нас на лицевой стороне была кромочная, изнаночная, а здесь у нас лицевая и кромочная. Поэтому если вы за кромочные сейчас сошьете петельки, то у вас будет вот непрерывное вязание резиночки 1 на 1. То есть вот она изнаночная, и дальше идет лицевая, а здесь идет лицевая, а затем изнаночная. Точно так же и с другой стороны. Сшиваем за вот эти вот кромочные петельки боковые с одной стороны и с другой стороны до вот этой нашей проймочки, то есть под ручкой, вот где мы убавляли петельки, до вот этого нижнего уголка. А затем уже будем обрабатывать после сшивания боковых швов, обрабатывать вот эти места вокруг шеи и вокруг ручек. После того, как сшили боковые швы, на 3 спицы набираем вокруг, получается, нашего рукавчика, вот так вот по кругу, не из кромочных, а из предыдущего ряда петельки. И теперь смотрите, их должно быть обязательно четное количество, потому что мы будем обрабатывать краешек рукавчика точно так же, как и начинали вязание с резиночки 1 на 1. То есть вот такой вот резиночкой мы будем обрабатывать весь край. При наборе у меня получилось 64 петельки, то есть 32 до вот этого вот плечевого шва с одной стороны и 32 с другой стороны. Обязательно обратите внимание на то, чтобы петельки у вас были и с передней стороны, и с задней стороны одинаковое количество. Для того, чтобы было просто аккуратненько и ровненько в итоге после обвязывания. Теперь, в принципе, поместится больше здесь количество петелек, но не рекомендую вам больше набирать, так как может у вас просто начать клешить вот здесь вот обвязочка, то есть она будет шире, чем пройма, и это тоже будет не очень красиво. Поэтому набираем меру. Вообще помещается больше 70 петелек здесь, то есть где-то приблизительно 72 изначально я когда набирала. Считала, что, наверное, 72, если в каждую петельку предыдущего ряда вводить спицу и вытягивать петельку. Но сделала я 64, следовательно, где-то вам нужно вот здесь вот пропускать петельки. Через приблизительно 4-5 петель пропускаете обязательно петлю. Вот, и затем продолжаете набор. Вот, и точно так же, как и начало, я повторюсь, обрабатывать будем горловинку и вот здесь вот нашу проймочку, где рукавчик, резиночка 1 на 1. Набираем четное количество петелек и вяжем 3 ряда. 3 ряда вполне, я считаю, что более чем достаточно ширина обвязки. Если хотите пошире, то, соответственно, провязывайте большее количество рядочков. И затем делаете закрытие петелек любым удобным для вас способом. То есть это либо... может быть, просто, как мы с вами закрывали вот здесь вот проймочки, то есть провязывание лицевой и одевание на нее предыдущую петельку. Либо же провязывание двух петелек и перекидывание снова, либо это может быть трикотажный шовчик, это закрытие петелек иголочкой. Я буду закрывать именно последним способом, так как мне он больше всего нравится, и эластичный краешек. Есть видео также, как можно закрыть открытые петельки трикотажным швом резиночки 1 на 1. Вот-вот, и можете воспользоваться, либо же просто сделать обычное закрытие. Итак, вяжем 3 ряда и обязательно вяжите по кругу. То есть здесь у нас жилеточка детская, и вот здесь, как вы видите, у меня шовчика нет, поэтому вяжем по кругу 3 ряда. Если же вы делаете более шире обвязку, то вам придется вязать прямыми обратными рядами, то есть то в одну сторону, то во вторую сторону, для того, чтобы потом сделать шовчик вот здесь вот под ручкой. Почему при вязании широкой делается вот здесь вот шовчик? Для того, чтобы он просто не оттопыренный был. То есть он, если вы будете вязать в круговую, то получится такой вот ровный. Вот чтобы было немножечко как бы приподнято на уменьшение, то вам придется делать рубчик.
Ну, в общем, делаем 3 ряда резиночки 1 на 1 и закрываем петельки с одной стороны рукавчик и с другой стороны аналогичным способом. Причем рекомендую вам не закрывать, а провязывать петельки в зеркальном отображении. То есть, если вы здесь набрали петельки, к примеру, начинаете вязание с лицевой петли, то на другой стороне начинаете вязать с изнаночной петли. Для того, чтобы просто было у вас симметрично. В принципе, здесь резиночка не так-то видно, где у вас лицевая, где изнаночная. Я имею в виду, что при вязании в круговую. Поэтому можете вязать и там с лицевой. Это уже на ваше усмотрение. Обвязав рукавчики, приступаем к обвязке горловины. Для начала нам точно так же из предыдущего ряда нужно набрать петельки. То есть находим не те петельки кромочные, которые мы вязали, 2 вместе, а из предыдущего ряда. Вот они у нас по всей окружности горловинки. Вот из этих петелек мы и будем набирать снова петли. Я буду набирать крючком и переодевать на спицы по вот этой всей окружности горловинки. Но на горловине я буду вязать прямыми обратными рядами рядочки. То есть точно так же резиночка 1 на 1, но буду прерывать на вот этом уголочке вязание. То есть смотрите, я сейчас наберу петельки, затем поверну вязание с изнаночной стороны и провяжу резиночкой 1 на 1 в обратную сторону. Затем снова закончу вязание третьей спицы вот здесь вот. Ну, то есть я вот так вот буду вязать первая спица, вторая и третья. Закончу вязать, снова поверну и уже с лицевой стороны буду вязать резиночку 1 на 1 по 3 спицам. Затем снова вернусь с изнаночной стороны, вязание по 3 спицам. То есть я точно так же, как и на вот здесь вот наших рукавчиках, точно так же свяжу всего 3 ряда резиночки 1 на 1, а затем закрою петельки. И я вам дальше покажу, как я буду сшивать горловинку. Итак, я набрала по горловинке петельки, у меня получилось с обеих сторон по 34 петли, и на задней стороне, то есть где у нас спинка горловинки, я набрала 38 петелек. То есть вот так вот аккуратненько из предыдущих рядочков с одной стороны и с другой стороны. И теперь точно так же вяжем резиночку 1 на 1 по всей окружности прямыми обратными рядами. Начну я с изнаночной стороны. Вот я, получается, закончила набирать петельки, и с этой же стороны начну вязание резиночки в одну сторону, затем разверну и буду вязать в другую сторону. И точно так же с изнаночной стороны у нас получится третий ряд. Закончу вязание в начале лицевого ряда, а затем закрою петельки. После того, как мы закрыли петельки, нам осталось сшить нашу горловиночку, так как у нас вот здесь вот, вот такое вот расхождение. Теперь смотрите, сшить горловинку можно, в принципе, двумя основными способами. Первый способ — это посерединочке, то есть вы сшиваете ровным швом, ровно по центру, либо с изнаночной стороны, либо тайными стежками с лицевой стороны. Это первый вариант. Второй вариант, можно сшить горловинку с нахлестом. Так как у меня горловинка, скажем так, женской жилеточки, то у меня доминирующая сторона будет правая. То есть вот так вот я кладу левую сторону снизу, пришиваю вот этот уголочек с нижней стороны, затем нахлест делаю вверх вот так вот нашей правой стороны. И затем пришиваю вот здесь вот буквально несколькими стежками. То есть вот такой вот нахлест правой стороны доминирующей. Если вы помните, женские кофточки застегиваются, справа у вас находятся петельки, а слева пуговички. Вот точно и так же и здесь. Справа у нас, считайте, что будет нахлест, как с петельками. Теперь же, если у вас жилеточка для мальчика, то у вас нахлест должен быть левой стороны доминирующей, то есть правую вы подшиваете вниз, а левую вот так вот кладете наверх и подшиваете сверху. Это для жилеточек для мальчика. Вот. После того, как сошьете горловинку, нам осталось лишь только жилеточку украсить. То есть, если вы делаете жилеточку для мальчика, можете самым обычным способом украсить это, пришить буквально вот 3 пуговички на доминирующую сторону жилеточки. Если же вы делаете жилеточку для девочки, то там уже ваша фантазия должна разыграться более шире.
Вы можете связать какие-то цветочки крючком вязаные, различные пуговички, бусинки, бантики и так далее. Можете сделать обычный атласный бантик и вот так вот пришить вниз нашей V-образной горловинки. Можете пришить сбоку и так далее. Тут уже пусть подсказывает вам ваша фантазия. Я надеюсь, что вам со мной было интересно вязать, было все понятно. Если что, задавайте вопросы, комментируйте. Обязательно лайкайте, кому понравилось. Всем хорошего настроения. Пока-пока!